дальше мы будем показывать миниатюру, которая называется «В паспортном столе». Случай в паспортном столе. Здравствуй. Мужчина, мужчина, вас что, не учили стучаться? Нет. Почему вас не учили стучаться? Я не стукач. Почему вы в дверь не стучите? А что она мне сделала? Хорошо, хорошо. Что вы хотите? Изменить. Что? Жене. С кем? С вами. Я не хочу. Надо. Что надо? Паспорт. Жене? Мне. А жене? Не нравится моя фотография. И что? Он меня бьет. Кто он? Жена. По почкам. Паспортом. Держите. Паспорт? Почку. Зачем мне почка? За паспорт. А, это, ну это много будет. Сейчас я вам сдачи дам. Не надо. Почему? Жена и так бьет. Ладно, хорошо, давайте свой паспорт. Понятно, почему она вас бьет. Вы здесь в полный рост, голый, с бородой, две бороды. Да вы здесь на Гитлера похожи. Ладно, придется менять полностью, согласны? Хорошо. Так, ладно, давайте, так. Фамилия? Флоря. Громче. Флоря! А по-русски? Флоря. Так, имя? Флавик. Славик? Нет, Флавик. Так, национальность? Флавянская. Наверное, славянская? Нет, Флавянская. Фуфлыжная? Да. Так, место рождения? Югославия. А почему вы в Югославии документы не делаете? В Югославии я в розыске. В каком розыске? В Интерпуле. Вы знаете, это подсудное дело, я не могу за это взяться. Это... Но почка. А вы знаете, закон всегда шел к нам как бы на уступки без проблем. Так, продолжаем рост. Есть. Какой рост? Профессиональный. Я спрашиваю вас, какой рост? Высота? Высота! 1.98 м. Да у вас максимум 1.68 м. Да, но я всегда хотел 1.98 м. Так, глаза. Есть. Я вижу, что есть. Цвет какой? Красивый. Цвет какой? Красный. Ага. А почему красный? Как на фотографии. Жена бьет. И немного алкоголя. Так вы алкаш, да? Нет, я Флавик. Флавик, вот вы не обижайтесь, но вы дебил? Нет, я флаустрофоб. Да. Флавик, да, Флавик. Хорошо, так, Флавик. Это... Ладно, хорошо, почка важна. Так, дальше поехали. Группа крови. На рукаве мой порядковый номер. На рукаве пожелай мне... Положительная! Положительная. А группа? Первая отрицательная. Отлично. Так, дети есть? Есть. Женаты? Да. Детей сколько? Один? Да. Два? Один. Два года, второй 4 года. Хорошо. Близнецы. Близнецы, близняшки. Флавик и Флавик, наверное, да? Два Флавика. Так, хорошо. Фруслан. Руслан? Фруслан. Боже мой. Хорошо, так, работайте. Ищу. Работу ищите? Приключения. Хорошо, паспорт вам зачем? Хочу баллотироваться в примары. Как думаете, получится? Нет, нету шансов. Хотя точно нету шансов.
Но проблема в фамилии. Женская фамилия у вас Фларя. Ну, какое-нибудь там мужское такое, вот, чтоб жестко, как там, Гимпу. Скину. Отлично. Так, скину. Хорошо, смотри. Вот тебе очки, чтобы глаза красные не были видны. Улыбнись. Ты смотри, фотография. Так, хорошо, так, неважно. Так, сейчас просто поворачивайся к людям, типа махаешь, улыбаешься, все нормально, да? Итак, добрый вечер! Мы вам представляем нового примара, нового резидента примарии, Флавик Скину! Скину всех! Спасибо большое, друзья! Спасибо вам, это был Денисон! Дима Грюс! Специально для вас!